Я могу понять, как Да. Алло. Алло. Юлия Дмитриевна. Кто спрашивает? Добрый день. Это компания Veritas, Алексей Васильевич. Меня зовут Воронин, отдел взыскания задолженности, а работаем мы под брендом Е-Заем. 4 дня не оплачиваете вы у нас? Что-то случилось у вас? Да, не считаю нужным это обсуждать по телефону. Что там у меня случилось? Понятно. Понятно. Почему не оплачиваете-то, Елена Дмитриевна? Не считаю нужным, я же сказала это обсуждать. Не считаете нужным. Да. Сумма долга у вас на сегодня 20 716 рублей 22 копейки. Я позвонил вам напомнить, что в любой момент ваш договор компании может переуступить в работу третьим лицам. Это коллекторы по 1005 статье. По 1005 статье. Потому как вы нарушаете условия договора. Это привлеченное лицо для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Угу. Вот. И второе требование компании к вам. В течение часа вы должны оплатить минимальную сумму. Это продление договора хотя бы на 20 дней. Что? Говорю, прям террористические какие-то требования. В течение часа. Требования. Почему? Потому что. Да, это требование компании. Не мое к вам требование. Террористическое. Вы мне денег не должны. Вас-то вот. В рамках этого разговора как личности не существует. Вы же не частный звонок осуществляете. Вы же звоните как представитель компании. Поэтому о вас я не говорила ничего. Так оплачивать вы не будете, правильно? 2910 рублей. Понятно. Хорошо, я фиксирую тогда отказ от оплаты вам в программе. До свидания. Пока. Алло. Слушай. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Слушаю. Ивановна. Кто спрашивает? Компания «Глафинанс», Светиса Ивана Валерьевна. Вы Юлия Ивановна? Да. Юлия Ивановна, у вас имеется просроченная задолженность перед компанией «Главфинанс» по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день у вас сумма долга составляет 18 960 рублей, просрочка у вас 28 дней. Юлия Ивановна, вы отказываетесь от оплаты? Ага, отвечала же на эти вопросы уже. То есть мне фиксировать отказ от оплаты? Да. А по какой причине у вас задолженность образовалась? Отвечала уже на эти вопросы. Кому вы отвечали? Я вас сейчас спрашиваю, Юлия Ивановна. Да мне все равно, что вы по спрашиваете. По какой причине от вас образовалась просроченная задолженность? И задавали те самые вопросы. Зачем же мне и по что, одной и той же... Тихо, спокойно. 18 960 спокойно, вы в таком тоне разговариваете с кем-нибудь другим, не со мной. Смотрите, мне уже неоднократно звонили, задавали одни и те же вопросы. Я не понимаю, для чего мне отвечать на них постоянно. Но если вам неинтересны ответы, раз вы это нигде у себя не фиксируете, то не задавайте вопрос. Юлия Ивановна, да-да. Вы должны понимать, что в случае неоплаты долга, я у вас испортится кредитная история, вам будут проценты начисляться. Это во-первых. Ваша репутация как надежного человека пострадает. Все эти истории мне уже рассказывали. А вот тому чудовищу, которое написало вам в скрипте «Репутация как надежного человека», отшлепайте его, пожалуйста, словарем Владимира Ивановича Даля. Угу. Юлия Ивановна. Да-да. Компания «Главфинанс» требует погасить задолженность в размере 18 960 рублей до 22 марта. Всего доброго, до свидания. Пока, пока. Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Лаймзайм», меня зовут Крупина Елена Игоревна, ведете запись разговора. Лена Юрьевна? Да. Лена Юрьевна, в отношении задолженности по займу вам поступает сейчас звонок, у вас 137-й день просрочка, 95 тысяч рублей, сумма задолженности. А по какой причине не оплачиваете, Лена Юрьевна? Жадность. Угу. Так вы чужие деньги взяли, обязаны их вернуть, Лена Юрьевна? Да я так не считаю.
Почему вы так не считаете? Потому что считаю, что никому ничего не должна. Но наша компания благотворительностью не занимается, Лена Юрьевна. Да мне это не интересно, чем вы там занимаетесь. Вы заключили с нами договор. Вы заключили с нами договор, нам оформили под проценты. Денежные средства обязаны вернуть на основании 810 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Если вы этого не делаете самостоятельно, то компания имеет право обратиться в суд. Уже исключительно все, жду, давайте в суд. Средства. Суд меня устраивает. Но ситуация жду в первую сюда. Очередь себе ухудшает, Елена Юрьевна. Давайте вот сразу стоп. Вот здесь суд прекрасный вариант. Меня устраивает. Идите в суд, жду. А чем он вас устраивает? Это вас вообще не должно интересовать. Главное, что мы нашли с вами консенсус. Конструктивный диалог прошел отлично. Вы сказали, что вам подходит суд. Мне он тоже подходит. Давайте уже тогда в судебном порядке и разрешим все наши споры. Елена Юрьевна, требование кредитора сегодня данную задолженность погасить в полном объеме. Поэтому, если данную сумму не располагаете, рекомендую вам перезанимать денежные средства. В момент ваших рекомендаций прошу. Зачем вы решили мне начать советы раздавать? Подождите, что за бред? Что сейчас происходит? Что вот сейчас происходит? Объясните. Нет, вы неадекватно себя ведете. Я спрашиваю, что сейчас происходит? А вы... Мы с вами до вас давным-давно пора перебить там всех. Вы мне скажите, что вот сейчас вы начали исполнять? Вот это что такое? Мы с вами договорились о том, что... Вопрос, да, закройте рот, и вы все услышите. Мы договорились о том, что вы хотите пойти в суд. Меня это тоже устраивает. Я сказала, ну все, отправляйтесь в суд в судебном порядке. Вы что-то начали бубнить, какие-то советы Елена давать. Елена. Так получается, Елена вам Юрьевна. Суд тогда не подходит? Вы решение просто пытались манипулировать. Решение еще не было принято по вашему договору. Ну так вы манипулировать компания... просто пытались. Вы так и скажите, что я сейчас скажу страшное слово суд в надежде, что кто-то испугается этого. Ой, не прокатило. Поэтому мы скажем, что решение по поводу суда еще не принято. И будем выдумывать, так оно что не еще принято, не будет. Елена Юрьевна. Ну так делайте, что хотите. Зависит, я вам сказала, добровольно никому ничего не дам. До конца дня у вас есть время ситуацию данную исправить. А в конце дня что произойдет? Денежными... Что произойдет в конце дня? Реализовывать имущество, занимать неадекватное. Деньги. Что произойдет в конце дня? Если не поступает с вашей стороны оплата, далее информация еще передает раз. Руководству для принятия решения по вашему договору. Сука, руководство. Компания имеет право обратиться в коллекторское агентство для переступки права требования, также имеет право обратиться в суд. Какие просто конченые дебилы. Всего доброго, дебилы. До свидания. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок из Сбербанка, Маевская, Елена Александровна, специалист. Идет запись диалога. Я могу услышать Мару Дмитриевну? Слушайте. Мара Дмитриевна, управление по работе с задолженностью по поводу ваших обязательств. На данный момент 2 потребительских кредита и доверительный кредит. Все не в графике. Сроки уже более 18 дней. 7400 сумма на сегодня. Когда планируете оплату в ближайшее время? Не планирую. А что случилось у вас? Не хочу платить. Что значит «не хочу»? Вы получаете доход ежемесячно пенсионный. Вы почему уклоняетесь от оплаты? Не хочу платить. Но вы же понимаете, что есть законодательное основание прекратить договоры в судебном порядке? Пожалуйста, в законном порядке. Я готова ко всем последствиям. А вы сейчас почему в законном порядке это нарушаете 3 статьи Гражданского кодекса? Кто это определил? Это у вас указано в договоре. Указано в договоре, что я нарушаю статьи Гражданского кодекса? То оплата должна производиться надлежащим образом. Так а кто определил нарушение статей-то? Тамара Дмитриевна, давайте от темы не будем уходить. Вы да как это не будем? Вы же сами об этом заговорили. Я задала вам уточняющий вопрос, вы посыпались, получается. Берите Гражданский кодекс, читайте, что там написано. Да при чем тут Гражданский кодекс? Я вам другой вопрос задаю. Я спрашиваю, кто определил нарушение? Что в договоре? Что в договоре указано? Да при чем тут я не спрашиваю, на как основании чего, какой статьи? Я спрашиваю, кто определил нарушение? С договором ознакомлены, что там написано? Да при чем тут договор? Еще раз спрашиваю, кто определил нарушение Гражданского кодекса? Ну вы в своем уме, вы что говорите? Вы себя слушаете вообще, нет? Вот мозг там есть в черепной коробке? Я вас слушаю. Вы себя послушайте, какой бред вы несете. Меня слушать вам бесполезно. Дмитриевна, я с вами в таком тоне общаться свободно. Не буду. Уважайте, во-первых. Свободно. Вы не вызываете у меня уважение, поэтому не нужно к этому призывать. Тамара Дмитриевна. Свободно. Если вы не будете общаться со мной, я в другом тоне вы общения не заслужили. В таком хамском тоне с вами будут общаться до тех пор, пока вы не поумнеете и не перестанете.
Да. Алло. Да. Здравствуйте, звонок из компании ООО МФК ЦФП «Вива Деньги», отдел взыскания. Меня зовут Калдышкин Евгений Александрович. Ведется запись диалога. Юлия Ивановна, верно? Да, вы-то мне как раз и нужны. А расскажите-ка мне, когда это я не открыла двери вашим выездным сотрудникам, а то ваш робот звонил мне, рассказал эту историю душещипательную. Ну, раз вы получили данное сообщение, значит, компания пыталась взаимодействовать с вами посредством личной встречи. Ну, так, а когда это произошло? Но, к сожалению, это сделать нам не удалось. А когда это было? Ну, когда вам пришло, Юлия Ивановна... Что пришло? Я не знаю, могу... Когда? Откуда я могу знать, когда к вам выезжали? Ну, вы же сотрудник компании, значит, вы пытались... вроде как. Юлия Ивановна. Ау. Юлия Ивановна, ау. Я сотрудник отдела досудебного взыскания. Ну, так проясните вопрос. Но не сотрудник выездного Ну, так проясните взыскания. Вопрос. Если вам пришло данное сообщение, значит, вы пытались... А может, вы просто пытаетесь манипулировать, думая, что нет, кто-то боится каких-то личных встреч? Нет, ну, тогда я жду информацию. Нет, Юлия Ивановна. Тихо, не ори. Спокойно. Возможно, я жду с нетерпением информации, кто когда ко мне приезжал. А то, мне кажется, что-то вы ей немножечко забрали. Вы сначала заплатите деньги-то. Заплатите. Вам заплатят в другом месте. Я таким, как вы, не плачу. Будете платить, маленьким, Юлия Ивановна. Маленьким кто? Обманщиком. Вот вы сидите, а у вас нос растет, потому что вы врете. Все сказали, Юлия Ивановна. Да, все сказала, да? Можете быть свободны. Ну, я с вами диалог еще не заканчивал, Юлия Ивановна. Да нет у нас никакого диалога. Вы по каждый раз там одно и то же говорите, да и все. Да нет никакого диалога. Вы не намерены, я так понимаю, да? Ну, естественно. Вот таким жалким попрошайкам, которые вот такие дешевые манипуляции устраивают. Конечно, нет. У вас даже получается по факту и бензина нету доехать, да? Еще 4 раза повторите мое имя, отчество. Еще 3. Давайте, я в вас верю. Главное, если повторять часто мое имя, отчество, то это сильно повлияет на процесс нашего разговора. Если вы пытаетесь повысить свою самооценку, у вас это не удастся. За счет чего? За счет чего самооценку я повышаю, по-вашему? Ну, за счет того, как вы разговариваете. А как я разговариваю? А как с вами еще разговаривать, маленький лживый? Послушайте, как маленький лживый мальчик. Как вы можете ходить сколько угодно, денег у вас от этого не прибавится. А вот смотрите, как вы себя ведете по-хамски. Ну что вы закричали? Ну спокойнее, мой пупчик. Тихонечко. А то капиллярчик сейчас в глазу лопнет, и все. Будете некрасивы сидеть, парню своему не понравитесь. Ну нет, ну зачем? Смелее как-то, спокойнее надо быть. Чего сразу орать-то? Как неадекватный. Ой, Юлия Ивановна, 9554 рубля сумма долга у вас на сегодняшний день. У вас есть ровно 2 часа, чтобы изменить данное решение. Да. А что же случится через 2 часа, стесняюсь спросить? Очередную пугалку или мне расслабит моя или губочка. Или же, Юлия Ивановна, мы с вами будем общаться в суде. Да. И будете вдавать денежные средства по суду в полном объеме. Стара. А потом мой вам... Я не спрашивала ваших советов, ваши советы никому не интересны, поэтому держите их там же, где ваши мечты о светлом будущем, свои советы. Ищите деньги. Да. Бегу и волос назад, а то маленькая глупуха мне позвонила, и как давай кричать, давай верните деньги. Я такая, как страшно. Ну, в общем, вы не справились, получается, да? Не смогли меня смотивировать на оплату. Грош цена вам, как специалисту по возврату просроченной задолженности. Получается, вы не способны даже на такое примитивное действие. Жаль. Не способны вы. Но вы попробуйте себя в другой сфере. Я верю, что у вас все получится. Да? Если не получается работать головой, пойдите руками поработайте. Может, там получится. Но не факт. Обычно такие, как вы там, как бы, когда человек гениален, он гениален во всем. Идиотов это тоже касается. Попробуйте жить за свой счет. Да вы же понимаете, что вас, когда я говорю, я вас не слышу. Вы бубните там что-то. А это все в космос улетает, ваша информация. Я всегда говорю, конечно. Моя цель говорить, чтобы вот тот бред, который вы пытаетесь мне внушить, ни в коем случае мной был даже не услышан. Представляете, вы потратили деньги компании, позвонили мне. Вам компания за это еще какую-то копеечку кинула на пивко. А вы не смогли вообще ничего изменить. Позор. Все, пока. Хотите, отказываетесь? Я ж уже отвечала на этот вопрос. Вы смотрите, какие у вас беда с памятью получается, да? Уже забыли, что вам отвечали? О, кого ж набирают-то, Купят не на телефон, а в дверь, у вас увеличились. Да. Рассказывайте эти сказки бабушке своей, может, она вам поверит.
сказочники фиговые. Вот как они работают, оказывается. Позвонил мне автоинформатор, вы не открыли дверь. Ой, блин, балаболка. Трубку вешай, чё молчишь? Слушаешь? А что случилось, моя кошечка? Трубку вешать не разрешают. А что случится? Хозяин по жопке надает. Алло. Да. Здравствуйте. Оставайтесь на линии. Для вас имеется важное сообщение. Ой, будет важное сообщение, чую. Ну, кто там? Елена, с вами разговариваю. А вы кто такая? Компания «Байфинанс», специалист Ранкова Валентина Николаевна ведет запись разговора. Вот с этого надо начинать. Я вас слушаю. Алена Алексеевна, звоним по поводу вашей задолженности компании «Микредит». 110 дней просрочка, сумма к оплате у вас 55 700 рублей, которую срочно сегодня нужно оплатить. Нашли данную сумму к оплате? С какой целью интересуетесь? Ограбить меня хотите? С той целью? Зачем мне вас грабить? Ну, я не знаю, вы вынюхиваете там, вынюхиваете, выведываете, что-то есть у меня деньги, нет. Требования к лицу выполнить обязательства сегодня. Мне кажется, ну, конечно, вы задумали да, недоброе. Нужно оплатить. А вам что-то нужно оплатить? Вы решаете данный вопрос. Но вы оплачиваете, если вам нужно что-то оплачивать. Зачем вы свои проблемы рассказываете незнакомым людям? Мне же все равно нужно вам оплатить, не нужно. Ну, конечно. Есть личный кабинет, заходим и платим. Заходите, платите, я не возражаю. Я собираюсь к вам приезжать. Да я думаю, если бы вы денежные средства приняли, то за взаймами не обращались. Что рамыня какая-то, там оплати, да оплати. Все? Да, все, пока. Свободно. Да? Свободно, мы же говорим. Да? Ты глуховата, Боже да? Боже мой, да вы еще даже разговаривать не умеете. Да я прикинь, то, что прикинь. Не только не умеете разговаривать. Так умею или не умею, ты уж определись. Ой, ну, Жандра, там что началось-то, что началось? Сидит с гарнитурой что на башке, тупая, нового? Необразованная клуша, и кому-то да, рассказывает что? Что-то. Умные, какие конечно, же умные. Очень умные, очень умные. Перед тем, как что-то вот кому-то смотри, говорить, нужно мышь, посмотреть вот таких, сначала как на ты себя, макать, Алена Алексеевна. Особо ума, по большому счету, не надо, потому что ты там, а ты да на горе тусельки интеллектом не отличаешься, поняла? Что за счет микрофинансовых компаний? Неадекваты ж, мелкие. Что живете за счет микрофинансовых компаний, если вы настолько все не удалось, что ты звонишь незнакомым заработать людям не и пытаешься получается. Что-то высказать. Да, ты маме почти своей маме выскажи. Позвоню, и с мамой будем решать данный вопрос, эй, давай вперед, хотите. А я твоей позвоню, потому что ты мразь. Пусть послушает, когда, пусть послушает, когда вы какая будете мразь у нее родилась, выросла. При встрече, как да, ее да. дочь умеет все, разговаривать. Давай, приезжай, мы тебе пендаля ответим вместе с мамой. Я разочек, она разочек. Не будет у нас свидания.